что с ним делать? Так, сопляк. Эдик, это обращение к тебе. Я просто, знаешь, молчала 3 месяца, молчала. Думала, ты как-то сам поймешь, почему ты такой раскабаневший. Почему ты такой раскабаневший? Прекрати жрать. Ну ты что, не понимаешь, что ли, что ты еще молодой? Зачем зарабатывать какие-то болячки? Зачем? Объясни мне. Просто нужно закрыть рот и не жрать. Бабуля, ты куда? Как куда? На променад. А я и тут такая вся, в Дольче & Габбана.